Здравствуйте, дорогие подписчики, с вами Константин. Мы продолжаем проходить One Piece Pirate Warriors 2 на PlayStation 3. У нас наконец-то вся команда Луфи в сборе, мы всех освободили из нашей команды. У нас начинается 4 глава, первый эпизод. Тут у нас война против дозорных сейчас будет. У нас целая куча новых персонажей, целых 4, которыми мы еще не играли. Это Багги, Крокодайл, Зоро и Санджи. Сегодня серию мы посвятим Зоро. Потому что я вообще очень люблю один из самых моих любимых персонажей, то есть, ну, действительно крутой мечник. Очень-очень посмотреть интересно, какие у него коронки. Я так полагаю, у него наверняка будет очень высокая скорость. Подождите, говорит, это что, говорит, Энель, что ли? Он что, говорит, теперь вместе с черной бородой? Если мне нравится драться против дозорных, то вот то пацифисты почему атакуют дозорных? Я вообще ничего не понимаю. Похоже, командир пацифистов теперь тоже заражен. Эй, Луфи, давай, короче, рули сюда. Они вроде бы еще не под контролем, дозорные, так что нужно им помочь. А, нам нужно помочь дозорным будет. Так, глядите в оба, говорит. Потому что здесь назревает нехилое сражение. Но, похоже, возрождается альянс между дозорными и черной бородой. Нет, наоборот, в смысле. Возможно, говорит, это все было спровоцировано, но сейчас мы, скорее всего, найдем что-то, что нам нужно. Не думаю, что хочу сотрудничать вместе с дозорными. Да, это риск, но дозорные сейчас нуждаются в помощи, говорит. Так что придется их помочь. Короче, говорит, не стойте у меня на пути, сказал Зоро, говорит, порешу всех. Я, говорит, всем тоже, говорит, раздам таких пинков, каждому. Да вы, ребята, любите подраться. Итак, сейчас мы будем настраивать персонажа. Посмотрим, кому мы будем там, кто нам будет саппортить. Так, вся локация поделена на две основные ветки. Ой, целая куча пацифист, ихний командир. Наверняка здесь кто-то еще выплывет. Вон, я вижу Кизару. Нам Кизару помогает. И Гарп тоже, клево. Так, нам нужно грохнуть Сентумара. И нам нужно саппортить Белоуса, ну, как обычно. Так, ну что, давайте качнем Зоро. 29 уровень. Даем кучу денег, ну, фигня война. Да-да, куча скиллов и прочей-прочей ерунды. Так, давайте сейчас по Шурику я настроим у Коинта, и вы видели, как я это уже делаю, поэтому я это скину. Итак, я подобрал для него вот такие вот скиллы, Коинты. Давайте теперь, исходя из этого, добавим ему 3 каких-нибудь хороших способности. У него, кстати, очень хорошая защита и атака очень бешеная, но самое главное, что у него очень много жизни. Мне это очень понравилось, по крайней мере, прокачка сейчас это очень сильно позволила воплотить. Так, конечно, давайте Санджи возьмем. Господи, в паре Зоро и Санджи, да когда мы еще такого увидим? Да никогда. Так, ну все, пошли. Итак, у нас зимняя локация, мы на Дераме. По-моему, здесь мы еще не были. Так, давайте осматриваться. Мне очень нравилось управление Зоро в Unlimited World. Он там пускал такие смерчи. Так, тихо, пацифисты.
Ух, вот это урон. Вы смотрите, сколько ему за одну серию-то сняло. Да, просто Зора это пока что машина для убийства. Хотя, посмотрим. Так, наши отправились туда. Мы пойдем сюда. Сначала здесь флаги зачистим. Пока будем потихоньку привыкать к персонажу. Я так полагаю... О, здесь тоже мы можем пускать чертов смерч. Нам только понять его, запомнить, как его делать. Так, опять пацифиста. Сейчас начнем пробовать потихонечку короночки. Так, применяем сильный режим. Офигеть. Их уже сдуло. Мне коронки просто не понадобилось сделать. Он еще пацифиста. Сейчас у нас за Санджа тоже еще не играл. Санджа уже отметелил. Это вообще... Это что за издевательство? Я даже... Мне неловко перед ними. Они огребают. Так, ладно. Ладно, все, не расслабляемся. Сейчас расслабимся и начнем сливать. Так, командора. Так, надо запомнить, как у нас делается. Ох, как красиво в воздухе он бьет. Так, давайте их немножечко здесь сейчас разгоним. Угу, понятно. Усиленную коронку еще только не делал, но мы ее мы сейчас прибережем для кого-нибудь посильнее. Так, у нас вот здесь тоже база двойная. Сейчас. Блин, ну двойную коронку на них поменять. Ой, как вот этот прием красивый какой, а? Огромное эстетическое удовольствие вот играть за Зора, на самом деле. Вот за Михоука было то же самое примерно. То есть Михоук у нас не особенно был прокачанный, и миссия тогда была довольно сложная, но здесь прям действительно чувствуешь, что вроде бы все по уровню, даже выше нее. Не знаю, может быть, потому что персонажи такие высокие. Ну, в смысле, такие сильные. Но... Может быть, помогает именно вот эта прокачка. Так, здесь... почти уже со всеми разобрались, здесь все захватили. Давайте назад продвинемся, у нас там тоже еще кто-то остался. А, нет, мне в принципе проще через снизу дойти. Всю эту мелочь, я думаю, как-нибудь вы сами забьете, не опозоритесь. Тут еще командеры, бас-командеры, супер. Сюда, так, пацифисты и бас-командер. Просто пол жизни пацифист сдрил. Делаем двойную. И не осталось ничего от них. Так, ребята, давайте вон. Бас-командер. В первую очередь их бьем. Чтобы у нас уже помощь была. Хотя не сказать, что она нам такими темпами вообще понадобится тут. Зоро просто миксер. Просто миксер. Так. Смотрите, что творит. Я не могу. Это просто... Я не знаю даже, как это назвать. Как делать гуляш от повара Зоро. Там мясо лежит. Так, тут база какая-то не захвачена. По крайней мере, рядом у меня показывается. Вон бас-команда шарит. Так, бас-команда. Все, здесь тоже захватили. Давайте выше пройдем. Там наши с кем-то месяца.
Есть кто? О, лидер здесь. Так. Толпа больно большая. Когда я коронку буду применять? Не на ком. Так. Может быть, за Санджа сейчас хоть кого-нибудь убьем. Вон там где-то был лидер, еще кто-то. Да как уже умерли-то? Вы чё? Посмотрите, что она делает, эта коронка. Мне коронки приходится спускать в воздух, потому что никто до них просто не доживает. Ладно, погнали. Так, у нас здесь еще целая куча мелочевки, которую надо бы забить. Что-то она помешает. И побежим в противоположную часть карты. Я знаю, что Сентумару у нас как раз под нами, но мне он сейчас здесь не нужен. О, пошли, там у Кизару проблемы. Я первый раз бок о бок буду драться вместе с Кизару. Так. Нужно убить Сентумару вместе. Так кто здесь раскидывает их? О! Энель! Так, ребята. Ой, что-то надо было хоть кого-нибудь здесь поймать. О, Кизару будет драться против Энеля? Офигеть. Самооценка на уровне бог у Энеля. Молния, говорит, да, это будет проблема. Так, где он? Где? Ой, пацифиста. Ой, как ударил-то больно, а? О, господи, здесь еще короли. Так, они все там внизу, что ли? Сейчас здесь зачистим, потом уже пойдем туда. У меня вроде время не идет, значит, торопиться не будем. Итак, у нас Сенель молниями сделал ограждение. Что некомфортно и, возможно, будет неудобно. Синий кролик этого убьем, нет? У меня пацифисты живут больше, чем... меньше живут, чем этот кролик. Так, давайте отойдем. Так, кроль. Беловус кричит, давайте навалимся на Сентумару. Окей. Сейчас найдем кого-нибудь. Через... Господи, еще кролик. Да ё-моё, ничего не видно. Так, здесь вроде бы тоже все нормально. Так, у нас сзади там начинает... Какой-то просёр идет по локациям. Побежали сюда. Здесь бас-командер и... А, вот они. Так, ребята. Сейчас Энель мы сдуем. Так, тихо, иди сюда. Так, где я, куда делся? Куда мы зафутболили его? Не вижу. Куда Энель делся? Мы куда-то Энели зафутболили, походу, в облака. Не, ну я шучу, конечно, наверняка он просто где-нибудь отсиживается, как обычно. Так, здесь мы вроде бы всех отвоевали. Кизару, не пугай меня.
Так, у нас там... Давайте здесь сейчас зачистим все и пойдем туда. Пацифисты, пацифисты, пацифисты. Ой-о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 й. Вы, ребят, больно выглядите страшно, по факту. Одним ударом. Ну чё? Как же это, боже мой, красиво. Все, Зор один из моих самых любимых персонажей пока что. Ой, там Усоп у нас огребает. Держись, Усоп, мы сейчас к тебе доберемся. Тут уже почти все. Все, погнали отсюда. Анели, Анели огреб. Соответственно, барьеры у нас убрались. Это хорошо. Здесь все путем. Господи, опять эти чертовые кролики. Белоус, только не говори мне, что ты не можешь победить кролика. В баню тебя. Время на тебя тратить. Так, бас-командеры. Так, здесь все. Ой-ой-ой-ой, гарп у нас огребает. Так, сейчас по-быстрому с ними. Угу. Так, сундук подбираем. И идем спасаем всех. Так, где? Где? Не туда. Я промахнулся, ну ладно. Куда вы побежали такой толпой-то, а? Реально где-то родились. Так, там кроль. Блин, я не успел немножко добежать. Опять Энель где-то здесь. Да ты сейчас Энеля гребешь. Смотри, он даже пережил коронку. Ну ты какой. Все, срулил. Энель у нас быстро огребает. Так, бегом, нам там надо помочь гарпу и прочим. Так, где кто? Вон Усоп. Усоп, Усоп, Усоп. Так, Усоп помогли. Гарп. Гарпу помогли. Так, ребята. Все. Тебе смерть вообще пришла. Зашинкую. На гуляш пущу любого. О, бас-командер. Раз уж так. Так, успеем добежать? До короля. Успели. Кто здесь? Еще один кролик. Так, надо зачистить. Здесь у нас еще одна база где-то. А, вот же она. Ё-моё, вокруг нее бегаю. Думаю, где же она есть? По карте вижу. Ой, я только сейчас заметил, что он когда крутится, Зора расстраивается. Ну, в смысле, трое становится. Не в смысле, что он расстроен. Так, погнали. Ну, теперь можно, я думаю, к Сантумару идти. Там у нас внизу кто-то появился, но это наверняка опять кролик какой-нибудь вывалился там. Базу теряем. Мясо. Ну, давайте мясо подберем. Чё-то я ни разу еще не лечил, что за всё. Сегодняшнюю игру. Накрошили уже 1000 человек. Намного-много маленьких человечков. Так, давайте сюда нас пропустят. Нет, сюда пока не пропускают. А вон они там все. Так, Сантумару. Да, 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 ты там пока разговаривай. Так, ну так просто коронкой мне не хочется завершать этот бой. А как же вы все остальные? Так, есть. Где? Где Сантумару? Вон он, вон он, вон он, вон он, вон он.
Они друг друга оскорбляют, даже когда вместе дерутся. Он лидер, 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 лидер. Блин, не попал по лидеру. Где, 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 где лидер? Где ты? Ты там пляшет, что-то стоит. Вы видели? Видели? Реально там рукой махал, плясал. Так. Так, ну что, у нас там открылся, не открылся этот штаб? Походу все, что ли? НЛ. Давай, выходи. Давай, 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 давай. Больше, больше. У меня клинки крови требуют. Вы черви, говорит. А ну-ка, отведайте. А-а-а, вон он что сделал. Ну, открой мне дверь. Пацифистов под моей силой, говорит, вернулись к жизни. Так, ты что, тебе к тебе еще не пустят? Так, молниеносная атака Инеля. О-о-о. Так, где Инель? Энели мне запилите. Их вот это он мне снял, вы видели? Тихо, 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 тихо. Так, пока мы играем за Санджа. Я сейчас могу только проиграть, слушайте. Вот это урон был. Эх, я проиграл. Я первый раз проиграл. Вы видели, сколько одним ударом мне снес все жизни? Охренеть. Вот так вот. Вот шинкуешь, шинкуешь и напоришься. Так, я так дело не оставлю. Итак, продолжаем. У нас, собственно говоря, мы слишком рано в прошлый раз пошли на Инеля. Мне сейчас задание нужно пацифист убить. Мне пришлось заново все начать. Но, к сожалению, в игре нет сохранений по ходу миссии, но ничего страшного. Так что мы сначала здесь зачистим пацифистов, в принципе, не так много. Они стали довольно отожранные. У нас там гард там огребает. Может, и гарду поможем и вернемся. Так, сокровища. Как я и думал, миссии сейчас такой легкой прям не будет. НЛ в своей чертовой форме, короче, ну сносит сразу порядка мне 90% жизни одним своим вот этим ударом чертовым. Так что пацифиста. Я так понял, нам нужно в одном бое сейчас схлестнуть Кизару и, само собой, Энеля. Мол, две логии. Может быть, я, конечно, не прав. Но ничего. Сейчас мы вот этих пацифист здесь положим. Их осталось, по-моему, по карте, если не 4 всего. Они реально стали какие-то отожранные. Так. Опять пацифисты появились. Я не понимаю, то есть все-таки нам их не надо бить? Короче, все-таки надо на Энели идти. Что-то пацифисты там что-то... Так, давай, пацифисты, все, вернулись? О, господи, у всех проблемы, у всех. Никто не может ничего самостоятельно здесь сделать. Так, а где? Где Кизару-то? Я не вижу его. Так, ну, походу, все равно сейчас надо идти на Инели, потому что что-то это все, походу, вообще не кончается.
Может быть, это последний заход подцепит. Сейчас попробуем, узнаем. А, вон он, Кизару, чуть дальше. Все, вижу. Так, вон Кизару, Кизару. О, есть, помог. Так, ну что, пацифисты, давайте уже приходите в себя. Вы слишком геморройные стали. Захватили мне тут все точки. Да все. Так, надо он взять мясо. Мясо, мясо. Мясо, мясо. Зоро, Зоро, ну возьми ты его, ну что ты вокруг него бегаешь-то, молодец. Все, давай дальше, дальше. Шинкуем, шинкуем, пока не все вместе. Я еще никогда не был так долго в этом состоянии. Так, успели вызвать Санджи. О, пацифиста. Санджи вообще просто фарш месит. Успели. Да. Так, есть еще. Это слинял пацифиста. Давайте хоть здесь территорию вернем, я не знаю. Ну что это такое вообще? Так. Опять. Не, все, я, короче, пошел на Эмеля, потому что, ну что это такое, сколько можно убить? А, во, наконец-то мне цель дали убить Эмеля. Давайте здесь немножко отобьем, потому что у нас у Кизару и у этого Вестника здесь проблемы какие-то идут. Я почти набрал свою сильную форму. Жизнь отнимают они, а? Ну давай, 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 давай. Да сейчас, сейчас, я знаю, что у вас у всех проблемы, ребята. У меня у самого тут не лучше дела. Мясо нужно. Стопу поможем. О, мясо. Все, живем. Так, три пацифисты рядышком. Супер. Санджи там у вас есть. Я не знал вообще, что он здесь. Вообще мясорубка. Я пытаюсь сосредоточиться на бою, так что чуть-чуть комментировать буду пореже. Две, двое как раз. И я промахнулся, походу. Сейчас, сейчас, ребята, сейчас, 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 все будет. Так, делаем короночку. Вот это было месиво вообще. У нас все локации, короче, тут отвоевали. Есть. Так, давайте зачищать, потому что что еще делать? Значит, тут вообще какой-то пипец. Нам дозорные проходу не дадут. Фу, я взмок. Так, ребята.
Раз. Вроде пацифист больше не лезет. Все, идем за Энелем. Угу. Берем мясо. Сейчас с той стороны зачистим и прямо пройдем как раз. Все, здесь последний флаг остался. Где он? Вон он. Готово. Так, все живые, все живые, все живые. Вроде нормально. Все, впереди у нас три флага. Кто у нас напал на нашу там базу? Вы что, там не отобьете, что ли? Да не поверю. Санджи, давай отбивайся как хочешь. Если Зора придет тебе на помощь, представляешь, что будет какой-то у тебя позор, а? Должен примерно представлять. Нормально. Ладно, давайте сбегаем еще, не дай бог из-за этого проиграем. Ой, нафиг я мясо взял, ёпки. Ой, гард проигрывает. Плохо. Ладно, сейчас мы бегом. А, все, они там справились. Они наверху справились. Там два флага осталось, но ничего страшного. У нас слишком много рядышком своих, так что здесь мясо не берем. Так. Кто дерется, кто с Энелем дерется? Так я рановато сделал. Так, тут у нас энергия, мясо. У нас где-то помирал этот гарп, я помню уже. Да погоди ты, гарпа дай найти. Где гарп? Гарп. Там ящик. Ладно, леший с ним, я сейчас немножко до него. Давайте здесь немножко наберем. Короче, ладно, вот так делаем. Ой-ой-ой, вот тут это вот состояние, ну нафиг, все. О. Я даже не зайду. Оп. Коронку применим. Санджо у нас убить вроде не могут. Так что мы сейчас... О, удачно. Блин, куда ты убежал? Ну что ты, ну... А. Вот Энель-то, а. Я на тебя сейчас все спущу, все, что есть. Может быть, и первый раз его так же надо было бить и... Все, нахрен. Давайте там отпсихуй свое состояние. Я пойду пока там соберу сундучок. О, год секрет взяли. Тут что? О, 30% на 30 секунд усиленная атака. То, что нужно. Жаль, у меня никакого состояния. Здесь мясо, если что, лежит, надо запомнить. Все, отпсиховал? Да, он отпсиховал, хорошо. Вот теперь не убежишь, засранец. Усиленная атака, усиленная коронка. Победили. Может быть, сразу можно было это сделать, но ничего страшного. Ну что, это была очень-очень бешеная мясорубка, которая могла бы закончиться быстрее, но ничего страшного. Смотрите, мы как мы на супер просто больше 2000 человек нарубили на ранг А. Полчаса времени это зашло, заняло, но все-таки мы победили. Итак, посмотрим, дадут ли нам новых персонажей. Хотя у нас их старых-то
котором мы еще не играли, это целая куча. Сэр Пират, говорит. А мы вас благодарим за содействие. Это не к Смокеру обращаться, что самое смешное. Они Смокера за пирата считают. Ну, конечно же, типа, мы вас прощаем, адмирал Смокер, типа, вроде бы как. Ах ты ж, говорит. Похоже, говорит, кто-то звонит, говорит, на год. Hello, говорит, это Кизару. Никто не отвечает. А, вот оно что. Итак, у нас мировое правительство обратило на нас внимание то, что мы делали. Я понял, сказал Кизару. Ну, что они сказали? Главнокомандующие. Сказали победить альянс Черной Бороды, наш главный приоритет. В данный момент мы должны содействовать... Господи, все, запинаюсь уже. Пиратам Соломенной Шляпы и Белоусу. Ура, говорит, дозор, говорит, вместе с пиратами, говорит. Боже мой, да что же, говорит, это происходит, говорит. Опять подкалывает Смокера, короче. Типа, говорит, то, что мы под ваше командование, ничего, тут войдем, говорит, ну, мы, типа, мешаться не будем. Чё, говорит, наконец-то я могу вернуться в дозор? Да, конечно, можешь, Смокер. Мы же понимаем, что со всего этого перевоплощения, скажем так, ты не виноват, и из дозорных не хотел уходить. Что такова ты был вынужден. Ну, короче, так и быть. Все, говорит, Луфи, говорит, я иду драться вместе с тобой. Ты идешь? Ну а что, говорит, в конце концов, говорит, наша основная миссия здесь, типа, привести все в порядок и драться, некоторое время драться вместе с тобой. Ты видел, говорит, Тича? Короче, говорит, он говорит, если не остановить альянс Черной Бороды, говорит, то, говорит, этот мир пошатнется. Это такая сила, которой не может в одиночку противостоять дозор. Мы не можем допустить того, чтобы над нами одержали вес вверх. Мы должны вам помочь. Ну что, говорит, это в принципе все возможно в нынешней ситуации. Ой, много трёпа, много. Смокер, говорит, ты, говорит, с нами пойдешь? Я должен увидеть, чем это все закончится, сказал Смокер. Я, говорит, не могу это все допустить, короче, после всего того, что было с дозором, говорит. Ну что, говорит, Луфи, ты готов? Конечно, говорит, я не могу проиграть. Ну что, я, говорит, помогу настолько, насколько смогу. Белоус, говорит, я, говорит, стар, говорит, но я все еще кое-что могу. Есть еще, говорит, порох в пороховницах, говорит. И ягоды в моих ягодицах. Да, говорит, мы еще можем показать, что это, что мы из себя еще представляем. Ну, типа того. В конце он там имел в виду, что это все еще дети. Итак, не дети, господи, как он их называет-то. Ну, не суть. Ой, какая же ты была бешеная миссия. Я реально запыхался. Зоро просто машина убийства. Реально машина убийства. Это было очень тяжело в какой-то момент, но вначале это была просто какая-то шинковка. Простая шинковка. Зоро шел по ним просто как горячий нож сквозь сливочное масло. Так, нам дали какие-то определенные плюшки за Зоро. Куча. Я хочу посмотреть, кого дадут ли нам гарпом, что ли, поиграть? Тоже ни разу не играл им. Ни в одной из частей. Ни в Unlimited World, ни Pirate Warriors. Давай, 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 да, да, кучу бонусов. Вот они не могут разом дать все эти бонусы.
Да, мы можем играть за гарпа. Клёво. Итак, ну что, была клёвая миссия. Спасибо всем, кто меня смотрит. Подписывайтесь на мой канал, давайте. Всем спасибо. Всем пока.